Если вы решили взяться за ремонт сами, как не потеряться в многообразии материалов, в какой компании и в каком магазине клиента проконсультируют так, чтобы и он остался доволен, и кошелек цел. Взялись за утепление веранды или мансарды самостоятельно, подумайте, как это можно сделать высокотехнологично, о современнейшей технологии напыления при утеплении через несколько минут. И кто остановит пожары в многоэтажных домах? Тот, кто предлагает качественные и недорогие фасадные панели. С производителем познакомимся в конце программы. Международная выставка «Мосбилд» входит в топ-5 строительных крупнейших выставок мира и является самой крупной из ежегодных выставок строительных, отделочных и декоративных материалов Восточной Европы. В этом году выставка отмечает свое совершеннолетие – 21 год. Занимая экспозиционная площадь, составляет 90 тысяч квадратных метров. В этом году принимают участие в выставке около 1500 компаний. 31 марта выставка открылась неделей дизайна и декора. Компании представили новые коллекции и новые тренды в сфере декора и дизайна. Сегодня открылась неделя архитектуры и строительства. В выставке принимают участие отечественные и зарубежные дистрибьюторы и производители строительных материалов. Так как выставка имеет огромное значение для иностранных компаний, так как является прекрасным стартом для выхода на российский рынок, многие государства субсидируют свои компании для участия в выставке. В этом году представлено у нас 23 национальных павильона от 14 стран. Среди них Германия, Испания, Италия, Тайвань, Корея и многие другие. У посетителей выставки будет уникальная возможность познакомиться с презентациями компаний-победителей архитектурного конкурса. Также они смогут увидеть, узнать материалы победителей экологической премии E3 Awards. Приглашаем вас посетить выставку «Мосбилд» и ее деловую программу для того, чтобы ознакомиться с новыми трендами в сфере строительства и архитектуры. Если решили строить или достраивать дом самостоятельно, будьте готовы к следующей проблеме. Материалов для отделки очень много, и запутаться в них очень легко. Благо, есть такие компании, как «Строймед», где работают менеджеры и готовы рассказать и показать нам, какой материал лучше выбрать и как при этом сэкономить. В данном случае у нас работает менеджер Александр. У меня есть куча запросов к нему. Хочется, чтобы было дешево, тепло и красиво. 200 тысяч рублей на это. И на крышу, и на фасад, и на водосточные системы. Я думаю, что можем вложиться. Всегда есть альтернативы разным материалам. Есть металлочерепица, есть мягкая кровля. Есть все. Грубо говоря, да, есть сайдинг, фасадные панели, утеплитель. Обещает, что есть пленки. Все. Так что сделаем. О конкретике все узнаем буквально через минуту. Группа компаний «Строймед» начала свое существование с 1997 года. Тогда только ею в Москву и Московскую область завозилась финская металлочерепица. Прошло 18 лет, и «Строймед» представляет из себя мощную торговую сеть, состоящую из 80 офисов продаж по всему московскому региону. Кроме того, имеется свой интернет-магазин. Несмотря на узкую специализацию, материалы для отделки фасада, кровли, а также водосточной системы, здесь готовы предложить покупателю на выбор более 3000 видов наименований. И это, кстати, все тщательно отбиралось среди зарубежных и российских производителей. То есть, вот как примерно выбор проходит? Вы назвали и крупные, и российские компании, и зарубежные. Ставите ли вы акцент в пользу, не знаю, зарубежных или российских производителей? Как вообще вот выбор происходит всего? Расскажите немножко об этом. Очень важно, что закон накладывает на нас большую ответственность, то есть мы несем ответственность. По закону продавец несет ответственность перед покупателем, и поскольку эти материалы относятся к капитальному строительству, то эта ответственность она должна длиться много лет. Вот. И поэтому мы не можем себе позволить какой-то некачественный материал, потому что нам придется за него все равно отвечать и через год, и через пять, и даже через 10. Поэтому работаем исключительно с серьезными, с проверенными брендами, марками, с теми, кто этим вопросом, с теми предприятиями, производителями, которые вопросу качества уделяют очень много внимания. То есть, хотя на рынке попадаются разные материалы в целом. Наверное,
наверняка то, что вот у вас 3200 наименований зарубежных, российских представлено, это дает возможность клиенту, наверное, выбор какой-то сделать, сравнить. Такое вот бывает, как в этом направлении работа ведется? Конечно, да. Мы же и сами, в общем-то, покупатели в обычной жизни, поэтому прекрасно понимаем, с какими трудностями сталкивается человек, выбирая материал, который должен не только ему понравиться внешне, но и послужить много лет или много десятков лет. И одна из задач, которую на протяжении многих лет мы решали, это собрать лучших производителей, представить их так, чтобы покупатель, в общем-то, придя к нам, мог в одном месте сравнить все качества. Заочно это делать сложно, а вот наглядно и внешне нравится, не нравится, и основные параметры, и ценовые параметры, вот, чтобы все можно было оценить. Этому вопросу уделяем много внимания, требуем от менеджеров, чтобы этот обзор, то есть эта консультация покупателю была исчерпывающей. И чтобы он сам сделал в итоге выбор. Да, совершенно верно. Понимаем, что навязывать, то есть на сегодняшний день навязывать покупателю то, что есть у тебя, одно то, что есть у тебя, это неправильно. Мы даем выбор, не навязываем, то есть ни одного материала. Стараемся, чтобы человек все-таки выбирал сам, стараемся дать объективную информацию. Нам, в общем-то, все равно, какой материал купит покупатель. Кстати, подготовке менеджеров компания «Строймет» уделяет особое внимание. Сотрудники постоянно проходят переподготовку. Для обучения открыта специальная школа менеджеров. И, кстати, это не проходит незамеченным. Я, как клиент, эту высокую подготовку почувствовал сразу. Вот только что с Александром мы подобрали фасад для моего дома. Это компания «Дёкер». Потратили мы на него 100 тысяч рублей. Осталось у меня еще 100 тысяч. Ну, хватит, я думаю, на крышу. Потратив еще какое-то время на консультацию, в итоге мне удается уложиться в заданные параметры. Купить за 200 тысяч материалы и для крыши, и для фасада, и даже водосточные трубы. Когда клиент заключает с нами сделку, мы каждому клиенту даем такие талоны на скидку. Клиент заполняет здесь дату, свой контактный телефон, телефон для связи. Все остальное, мы уже заполняем сами, когда клиент приходит к нам. Так что он действует на все наименования товара, которые у нас присутствуют. На следующую уже покупку. На следующую покупку. Теперь понятно, почему у компании «Строймет» такая развернутая сеть розничной продажи. Ведь клиент всегда остается довольным и обязательно вернется сюда еще раз. А если клиент захочет, то и продавец к нему приедет сам. Тем более современные технологии это позволяют. Как происходит процесс покупки? Я так понимаю, вариантов несколько. Есть офисы, да, куда может клиент обратиться, есть интернет-магазин. Вот, расскажите вот об этих способах, какие они есть, и о каждом конкретно. Да, мы старались, мы понимаем, что не всегда покупателю удобно там к продавцу проехать большое там расстояние, потратить много времени, поэтому мы старались, чтобы наша сеть была, в общем-то, распределена равномерно там, на территории Московской области, вплоть там, до отдаленных уголков. Человек может выбрать на сайте удобное подразделение, он может позвонить или подъехать сразу туда и, скорее всего, получит исчерпывающую хорошую консультацию. То есть мы за этим следим. Вот. Может сделать заказ через интернет-магазин. Все для этого у нас есть. Все услуги, начиная от замера, квалифицированный расчет, расчет с использованием специализированных компьютерных программ, конструкторский расчет и доставка вплоть до в день заказа. То есть нашим транспортом мы доставим заказ даже день в день. Ну а чтобы воспользоваться услугами компании «Строймет», достаточно зайти на их сайт www.stroymet-s.ru. Ну а теперь перейдем к утеплению. Сделать это в доме, на веранде и мансарде, как известно, можно тоже своими руками. И как показала выставка «Мосбилд», с помощью современных технологий. Вот, например, на что способны установки высокого давления ГРАКа, которые поставляет российская фирма ППУ 21 век. Делалась она таким образом. Подошел человек с пистолетом, напылил как краскопультом. Материал встает на поверхности, затвердевает, происходит это все за 20 секунд, наносится послойно, человек набирает заданную толщину в зависимости от проекта, соответственно, она может быть любой. Материал универсален, то есть наносится на любые площади, монолитно, без швов, без стыков, соответственно, прилипает намертво к поверхности. Конфигурация поверхности может быть абсолютно любой. Аббревиатура ППУ расшифровывается просто – пенополиуретан. То вещество, которое, собственно, и напыляет, и утепляет. 9 лет назад, в 21 веке, компания ППУ 21 век продвинула на российском рынке технологию напыления из этого материала.
Продвинуть получилось, ведь теперь компания – лидер в своей отрасли. ППУ 21 век поставляет компоненты ППУ и компоненты полимочевины, напылительной системы, ведущих мировых химических концернов – BASF, Dow, Bayer, Huntsman и другие. А еще особый акцент на поставке установок высокого давления американской фирмы Graco. О них, собственно, речь уже и пошла. Продолжим серию портативных устройств. Сейчас, Андрей, мы продемонстрируем, как можно своими силами в домашних практически условиях, своими руками собрать портативный распылитель и самому распылить где хотите. Андрей, продемонстрируйте, пожалуйста, что это за оборудование. Да, ну, как я уже говорил, напыление полиуретана происходит посредством оборудования высокого давления в основном, но для небольших объемов работ и частного применения есть вот такие одноразовые комплекты. Комплект состоит из двух баллонов с компонентами, которые находятся в баллонах под давлением. Собирается достаточно просто, то есть идет вот еще дополнительная коробочка с аксессуарами. Да, соответственно, ввиду того, что система двухкомпонентная, вот придержи, пожалуйста, пистолет, соответственно, раскручиваются шланги и прикручиваются к баллонам. Ну, соответственно, ключиком затягивается гайка. Не обращайте внимания, что все в коробке. Там на самом деле обычный баллон красного цвета. Ну, вот можно показать. Есть красного он в том компоненте, да, есть синего. А тут соответственно, синего, да. Да, они как раз таким образом разделены, чтобы их не перепутать, цветовая маркировка. Все, то есть шланг прикручивается, соответственно, ко второму баллону. На пистолет насаживается одноразовый статический смеситель, защелкивается, и все. Открывается кран на баллоне и происходит... На полную мощность открывается? Да. На полную мощность. То есть компоненты под давлением находятся, компоненты подходят к пистолету, и когда вы нажимаете на курок, уже начинается напыление. Дайте попробовать моими дилетантскими руками-то это сделать. Тут ничего, собственно, сложного нет. Нужно еще равномерно перпендикулярно поверхности 90 градусов вводить и... А, вот это момент, 90 градусов, внимание, то есть если будете направлять вот так... Не, ну просто получится неровно. То есть для домашних условий, для домашнего распыления достаточно двух баллонов. Сколько, кстати, они стоят примерно? Такой комплект, из которого выходит один куб материала, стоит 25 тысяч рублей. Оба баллона? Два баллона и комплект аксессуаров. Комплект аксессуаров, да. Ну, а сейчас мы готовы представить компромиссный вариант между профессиональным оборудованием и оборудованием любителей. Я правильно все сформулировал? Это устройство? Ну, не совсем так. Ага. Что это тогда, Андрей? Это... Профессиональный все-таки аппарат, то есть он выдает абсолютно те же характеристики, 140 бар высокого давления, но он компактный. И, в принципе, в этом его уникальность, потому что все аппараты для напыления пенополиуретана достаточно габаритные и требуют для перевозки, в том числе, еще дополнительной машины в виде газельки там, или какой-то. Бросил багажник иномарки. Да, этот аппарат, вот я, собственно, лично на своем седане его перевожу. В багажник он помещается вместе с компрессором и, соответственно, с небольшого объема 20-литровыми ведрами под компоненты, из которых уже, соответственно, получается пенополиуретан. Как еще раз хочу сказать, что это полноценный аппарат высокого давления, который выдает 140 бар, и из которого получается пена вот такого качества. Чем тогда все-таки он отличается от профессионального, более объемного оборудования? Все-таки наверняка же проигрывает какими-то характеристиками. То есть этот аппарат по производительности такой же, как аппарат более высокого уровня E10, да, допустим. Но он, еще раз говорю, почти в 2,5 раза меньше, легкий, 40 килограмм всего вес, то есть один человек спокойно может его как бы и перемещать по объекту, там и по лестнице и так далее. Я имею в виду, может быть, он распыляет дольше, чем профессиональный. Нет, все то же самое. Все то же самое. Компактность и отсутствие, ну, компактность, она за счет того, что нет бачков на нагревателе, соответственно, всасывающие патрубки вставляются прям в ведра. Ведра вы можете менять достаточно легко и быстро, соответственно, если нужно выполнить большой объем. И себестоимость работы с этого аппарата там, ну, как минимум в 2, а то и 2,5 раза меньше, там, чем с одноразовых комплектов. Ну а теперь внимание, сердце напыления. Это вот все сердце, вот отсюда, потом до сюда.
Сейчас Андрей расскажет, как оно работает. Потому что, если честно, у меня голова идет кругом от этого оборудования. Да, ну, собственно, я как раз хотел представить флагман линейки. То есть компания Graco имеет достаточно большую линейку разных по мощности аппаратов для напыления пенополиуретана, которые работают и от 220 от бытовой розетки, и которые потребляют до 30 кВт, соответственно, трехфазного электричества. Вообще, в принципе, оборудование достаточно энергоемкое, и поэтому задача по снижению энергоемкости как раз реализована вот в этом аппарате, где на одной платформе стоит и дозатор, и генератор. То есть это абсолютно автономный аппарат, и снижение мощности и потребление энергии реализовано за счет того, что нагрев компонентов осуществляется не от электрического мощного проточника, а от охлаждающей жидкости генератора через двойной теплообменник. Вот. Это позволило сделать вот на одной базе 1,20 м на 1,40 м, поставить и генератор, и дозатор. Причем это аппараты максимальной мощности и выдают максимальную производительность. Напыление, кстати говоря, ведется вот из этого самого пистолета, который есть хочешь. Ага. Ну он уже потяжелее, конечно. Да, но все-таки уже... килограммчик, по-моему. Ну, чуть-чуть. Но нажимается. Да. Ну, соответственно, вот оператор работает таким образом. То есть это самый выгодный для подрядчика, несмотря на то, что он самый дорогой, но это самый выгодный аппарат, потому что он, во-первых, дает автономность, что в условиях России в тайге крайне можно построить дом, да. Машина приезжает в любое место, открываются двери, нажимается два раза кнопочка включения, заводится генератор, и, соответственно, аппарат уже через 10 минут готов к работе. Как правило, ребята успевают за это время переодеться. Вот, и уже, соответственно, начинают работать. Вот, поэтому всем профессионалам рекомендую интегрированный аппарат. Отбивается за один сезон, не беспокойтесь, но удовольствие от работы ни с чем не сравнится. В этот раз на выставке Мосбилд очень много внимания уделено противопожарным строительным материалам. Возможно, это связано с тем, что по стране прокатилась целая серия пожаров в жилых домах и бизнес-центрах. И вот очень любопытный вариант предлагает компания «Восточная». Они представили негорючий фасад «Унипан». Компания «Восточная» занимается крупнооптовой поставкой стройматериалов из Китая в Россию. Особый акцент фирма делает на поставке негорючих фасадных панелей. Материал хорошо зарекомендовал себя в погодных условиях дальневосточных регионов Чукотки и Якутии. Использовался при строительстве муниципальных жилых объектов, больниц и детских учебных учреждений. Сейчас компания готова поставлять материалы по всей России. Так, для жителей московского региона создан специальный сайт unipan-moskva.ru. Выпускаемый на нашем заводе, расположенном в Китае, с одноименным названием «Унипан». И подсистемы, в которые входят металлический кронштейн, утеплитель. Это я говорю в порядке, в каком происходит монтаж. Негорючая гидро-ветрозащитная мембрана, негорючий фасадный дюпель с негорючей шляпкой металлической, уголок. Оцинкованный – это для домов и зданий не выше 3 этажей, либо частных застроек. Главное преимущество материалов «Унипан», которое продвигает компания «Восточная» – негорючесть и дешевизна. Что особенно актуально при строительстве современных многоэтажек. Как выяснилось, далеко не всегда при строительстве жилья, особенно это касается жилья эконом-класса, используются негорючие панели. Компания «Восточная» уделяет этому особое внимание. Панели «Унипан» постоянно проходят жесткое тестирование. Еще такой вопрос. Вы показывали, рассказывали мне, что вы проводили собственные расследования. Там горят, не горят панели, тест-драйвы какие-то. А что показало это расследование? То есть у нас все панели фасадные, фактически, которые находятся на жилых домах, в первую очередь на домах эконом-класса, все горят, все могут возгореться? Анализы показали, что вроде как, ну или протоколы, как-то правильно сказать, возможно использовать этот утеплитель, назовем его проще, базальтовая плита. Она может быть разных производителей, я не буду их называть, да, но у всех у них одна суть – это каменную пыль надо чем-то склеить. Вот. Что вот этот утеплитель не повредится долгое время от ветровых нагрузок, от выветривания. Но нигде не говорится о том, что он буквально за один сезон повредится от влаги. На всех фасадах в Москве
я не видел гидровитозащитной мембраны на нем. Соответственно, эти дома, пока их строили, вроде все нормально. Потом, когда их зашили керамогранитной плитой, которая не горит, да, этот утеплитель вобрал в себя влагу, клей разрушился, и вся эта каменная пыль превратилась просто-напросто именно в каменную пыль, спрессованную, без всяких воздушных прослоек, то есть утепления там фактически нет. Получается, фактически, если отталкиваться от негорючести и дешевизны, только компания «Восточная» со своими панелями «Унипан» готова сделать самое оптимальное предложение застройщикам по параметру цена-качество. В чем причина недороговизны, дешевизны точнее, да, вот ваших панелей, в чем причина негорючести? Вот прям на пальцах мне сейчас расскажите. Ладно, начиная вот уже... На эту стену сначала ставится кронштейн. Металлический, либо оцинкованный, либо оцинкованный с полимерным покрытием. Дальше потом на этот кронштейн одевается утеплитель под названием Knauf Cottage Aquastatic. Аквастатик говорит о его водоотталкивающих свойствах. Knauf Cottage, или вернее Knauf фасад, это говорит о месте его применения, где он должен использоваться, которые имеют плотность за счет того, что там пыль и клей. Чем больше пыли и клея, тем тяжелее. На фасаде должен быть базальтовая плита 80-й плотности, первый слой, второй, сотый. Утеплитель Knauf достаточно ставить 15-й плотности и 25-й плотности на фасад вторым слоем. Следующий элемент – это гидроветрозащитная мембрана, которая защищает сам утеплитель от влаги и от ветра. Гидроветрозащитная мембрана называется Isoltex NG. Ее, как и утеплитель Knauf, производят в России у нас. Следующим элементом это несущая вот эта вот конструкция, это уголок, оцинкованный или оцинкованный с полимерным покрытием, все зависит от того, какой это объект. Дальше потом финишный слой, монтажные детали фасадной системы Унипан, гнездо межпанельного стыка, стартовый элемент, потом ставится панель, между панелями ставится заглушка межпанельного стыка под цвет панели и накладывается наружный угол, где нужен наружный, или внутренний угол, где внутренний. Все, на этом объем работ заканчивается. Здесь же стоит отметить, что все разрешения, вся документация на продажу негорючих панелей у компании «Восточная» есть. Их панели действительно признаны одними из самых негорючих. Получается, чтобы застройщику перестраховаться от пожара в доме, который он построил, далеко ходить не надо. И платить много тоже. Достаточно зайти на сайт, и дальше все будет понятно.